Буквально недавно вышла статья о том, что Михаил Ефремов стал тюремным авторитетом и теперь шикует на нарах. Адвокат рассказал, как актер встретит Новый год. Журналисты побеседовали с Сельманом Пашаевым, адвокатом Михаила Ефремова. Он рассказал о тюремной жизни актера и о том, что Михаил Ефремов будет справлять ожидаемый всеми праздник. Пашаев высказался с уверенностью о том, что с артистом все будет хорошо. Оказывается, Ефремов стал настоящим авторитетом у заключенных. Ему все позволяет. Он даже смог снять фильм, который занял первое место в конкурсе тюремной самодеятельности. По словам адвоката, актер вполне может нормально жить даже в таких условиях. Он отметил, что Михаил не является глупым человеком, а потому способен обеспечить себе более-менее комфортное существование. Также в этом ему помогает статус заслуженного артиста России. В колонии его называют дядя Мишей, так что у Михаила Ефремова все в порядке. Поздравляем его с Новым годом наступающим. Но что делать? Такова жизнь. Будем надеяться, что он к юбилею Высоцкого попадет под амнистию. Скосят срок каким-нибудь образом. Или же выйдет на свободу. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.